Друзья, вот у нас Галина и Виктор выбрали вот этот дом. Мы сейчас приехали повторно, его будем смотреть. И сейчас нам собственник все подробно будет рассказывать о нем, потому что мы первый раз приехали, было все бегло, а вот сейчас будем все четко смотреть. Я с камерой, можно? Нам скрывать нечего. Здравствуйте еще раз. Нам скрывать нечего, мы... Смотрите, ну, он юрист наш, Дима. Ночь не спала сегодня. Не-не-не-не-не-не, здесь не звать, не звать, не звать. Это пушечное ядро? А вот это ядро, да? Вот это ядро пушечное? Да, ядро. Да, интересно. Ну нет, это ядро для толкания. Ух, ёлки-палки. Толкание. Да. Там как-то мне кто-то... Дома. Тихо, тихо. Все, я здесь раздусь. Я у меня просто. Потом отсюда я выйду, оттуда мне будет проще. Как хотите. Так, заново. Вот пришли вы с магазина. Сразу пописать. Пописать нужно. Людмила, вы на камеру сейчас. А сейчас уже четверка. А попросили нам, чтобы мы оставили. От подписчиков. Очень тепло у нас. У нас очень тепло, хорошо. Пошлите дальше. Далее, пойдете. Погоди. Я буду показывать. Пришли, разделись. Окно. Большое окно. А раньше это было одно единое окно, да, у вас по техпаспорту? Да. Ну, оно просто так... Мы же поменяли окна. Все, я поняла. Вот. Теперь у нас коридор. Вот коридор. Вот коридор. Потом вы пописали, идете еще на кухню. Кидаете все на кухню. Вы вот окно. Вот откройте окно, здесь груша будет цвести, будет все жужжать. А вы вот так вот в окошко друг другу. Доброе утро! Нет. Заходите в гости. Яблочко мы гасим наших. Мы сейчас будем чай. Ну так, может, перекусим. Вот, подождите. Свои? Да. Нет, это не свои, но это местные. Я их это... Ну, у нас стенка тут была, мы же ее разобрали. Туда свалку, что увезли. Вид у нас хороший. Маршрутка идет. Это на улицу. А скажите, сплит-система, вот это вот все вы оставляете, а мебель какая-то остается? А что у меня? Нет, ну на всякий случай. Для первого времени... Не говорите так, что надо все. Все, ну может, кухня там или что-то на первое время нужно вам? Вот у нас спальня. Нет, значит, ничего нам не надо. Спальня у нас свалка. Почему? Потому что вот у нас стенка была еще узкая. 93-го года она у нас. Мы что-то кинули еще пока. Ну, спальня... 19 купе. Сделайте вот так купе. Однозначно. Красиво. А потолки сколько? 3 метра. Очень да. Я вот покупаю 2,90. Вот видите, они как у нас. Вот так у нас. Смотрите, как дом шикарный, друзья. Реально шикарный. А кровать куда не поместится сюда? Не, она вот стояла тут кровать, стояла. Ну, неудобно там. Не развернулся, ни шкафа нет, да, как детская тут, да? Кабинет. Кабинет, да, кстати. Ну, кабинет, я вот давление имею, мою крашу в медицинский пункт. Когда вышки, я тебе посажу вот сюда, будешь пить чай, вот так будешь далее смотреть. И все будешь понимать. Вот когда ты будешь здесь вот сидеть, вот так вот смотреть, ты будешь понимать. Вам надо риэлтором работать. Да, давайте. Риэлтором работать надо. Я ушла на пенсию. И что?
Я не хочу работать, я наработалась. Я не хочу. Работали? Я работала в южно-восточной компании. Я вчера я где только не работала. У меня муж военный. И в детском саду я работала, и воспитателем работала. Мне нравится, что вот светло, вот заходишь, да, высоко, просто. Так мы еще лампочку не включили. Вот сейчас лампочку еще включим. О, еще светлее. Нет, сделайте. Здесь вообще не вопрос. Послушайте, здесь только одни обои. Одни. Сорвете, наклеите, как захотите. Так, ну пойду я к мужикам. С нами неинтересно. Ну, да? Уже я тут снял, пойду к мужикам сейчас. Так, это хозбок. Да. Как называют в Германии? Я забыла, как называют. Катакомбы? Нет, не Ну, цокольный этаж или как? Нет, вот тут у нас была кухня. Но она и написана у вас в этих паспортах, кухня. Она кухня была, но я не захотела, потому что у меня ребенок первый класс пошел, мы когда приехали. Вот, мне кажется, можно вот, вот пожалуйста, вот под пломбой у нас все тут газ, вот слив, вот тут мы даже не убирали, стояла это. Раковина. Да. Но здесь так хорошо летом, раньше же не было сплит-системы. И мы здесь вот просто валялись, потому что жара невыносимая, когда мы же привыкали сложно, а тут, ну, уже зачувствуете. Ну, тут он, по-моему, как бы сильно так не топит, потому что мы же еще гараж там в доме. Сделайте баню. Это наша с вами. Ну, баню вы видели, да? Да-да-да. Ну, там можно сделать. Ну, можно, там же, да. Стоим. Пока. Это у нас гараж. Гараж отапливается, я, теплый дом, у нас трава и я себе поставил в новом доме. Мужская комната. Да, мужская комната, гараж. Предыдущим роликом это все видно было. И смысл в чем? Здесь пламя снизу поднимается, понимаете? Здесь можно регулировать краны. Все остальные котлы с этой автоматикой итальянской. У них происходит впрыск газа вот так сбоку. Знаете? Да, это все. Нет, я просто рассказываю, что поэтому я поставил, что можно было регулировать краном именно. Знаете? А то он. Да, хватит на морозе. Я боюсь, что мы тоже привезем это тепло. Потом выключается. Мы хвостик с собой привезем, Михил. Да, нам только вот устроить. Какая толпа. Вот так мы всегда смотрим объекты недвижимости, именно когда уже окончательно выбрали люди. Тут картошка. Она даже, по-моему, у вас летом холодная, да? Да. Ну, я вот сюда крутки делаю, сюда мы сейчас вывезли их. Ну, я в этом году и мало делала, конечно, там. Соскучитесь по холоду и сюда. Холодильник. Холодильник. Я не соскучится по холоду. Вытрезвитель. Будет вытрезвитель. Нет, ну, здорово, и еще очень более конкретно. Это все косметика, это же вообще не ну да-да. Дело в том, что мы губы не стали красить. Почему? Потому что каждый человек хочет посмотреть еще. Вадим, выкинь. Еще чуть-чуть. Ну, это банька будущая. Вот здесь. Была баня у нас, когда мы дом купили, была баня. Вот он, видите, сделал, и трубы сделал. Вот там слив. Вот там и даже здесь. Там любимая, да, я посмотрю. Ну, я, конечно, не любила. А это топочка, да, она снаружи? Он разобрал. Печка. А, печка вот а я вот заслонку смотрю, это вот, ну, это была, копилось. Да. Потому что когда у нас на этот, да. Дим, все нормально? Печку, все шикарно. Туда. Отлично. Нет, мы сторговались? Потом здесь все да. Обшить. Люди довольны. Пошлите пить чай. А можно водки? Водки. А водку, когда купли-продажи сделаем. Ну и... Сейчас просто надо пройти, спросить, что оставляют, если вам что-то надо. Ничего не надо. Вы довольны? Только скажите, дом. Я все, да. Вы довольны? Вам вот, нравится? Вот да. Это да. Ваш? Вот к душе. Да. Знаете, как у нас? Скажите, значит, да, не сомневайтесь ни единой секунды. Да как у нас говорят. Вот я слышу. Ленка с леденца слезу пустила. Чего вы строили? Так, все, нам это слезы счастья? Знаете, сколько я в этом шла? А сколько ехали? А представляете, сколько вас еще ждет новых? Ну, простите, вы можете что-нибудь успокоить? Да все, мне, я хорошо.
хорошо. А как я буду плакать? Так, хорошо. Девочки. Так, может, вы обнимитесь, поплачете? Слезы радости. Какие у вас силы? Нет, мне нравится. Мне нравится. Виктор Николаевич. Виктор Николаевич решает в момент отопления. Не-не-не. Пойдемте в огородик, сходим еще. Огород сходим. Давайте попьем чай. Успокоимся, попьем чай. Дима, раздевайся. Давайте, Галина. Раз приглашают, ну, раз вы уже почти у себя. Да. Ну теперь прощупали, все. Ну все равно невозможно. Все невозможно. Да, что, подсказка? Нет, бумажки валяются, думаю, а то я обычно пишу записки. И... напоминалки. Напоминалки, да. Галета, садись вот сюда, мы идем делать комнату. Я еще моя задача еще объяснить, что нужно сделать. Да. Будете объяснять. Главный наша. Пивунный. Или не важно, кто там, что мы увидели. Да, надо пить чай. Нафиг. Нервы. Вот так мы ведем переговоры за таким столом, да? Потому что наш дом, то смеемся, то плачем. Да, ну это хорошо. Кстати, вот эта штучка очень вкусная, реально все. Да ему такой там половина накидает. Да, были, да. Нет, реально кто вкусно. Как работает, то так и пьет. Вот я не знаю, как зовут. Николай. Николай. Все, сел. Так, такой желание. Я уже на ты чай помазила. Давайте чай. И мы в снег возле подъезда закопаем. И потом бегаем, надо, чтобы она застыла. Там же масло сливочное. И потом бегаем через 5 минут пальцем тычем, чтобы она хоть немножко схватилась. Друзья. Ну вот сейчас я вам показал, Галина и Виктор выбрали домик, вот такой у нас. Конечно, у каждого разный свой вкус, но они реально довольны. Вот сейчас мы едем на задаток, так все вот с документами есть нюансы, но так все в порядке. Не забываем на меня подписываться, ваш Николай Сомсиков, агентство недвижимости ТОП. До свидания.